Смотрите очередной эфир программы «Хочу домой» на канале «Самара ГИС» в пятницу в 18:15. Интересная тема и важный разговор в студии. Встреча с начальником отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Леонидом Дюгаевым. А также смотрим репортаж с выставки бездомных животных. Уходим от стереотипов. Почему не так страшно брать собак в возрасте больше года? И как выбрать подходящего питомца из приюта? Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу в 18:15.